Демократы продлили срок передачи декларации Трампа. Члены Демократической партии назвали новый срок передачи декларации американским лидерам – 23 апреля. Налоговая декларация президента США Дональда Трампа должна поступить в распоряжение Комитета Нижней Палаты Конгресса до 23 апреля. Соответствующее решение принял глава Налогового комитета Ричард Нил. Ранее он настаивал на том, что это должно произойти до 10 апреля. Сам глава государства заявил, что постоянно предоставляет всю налоговую отчетность на протяжении всей своей карьеры бизнесмена и не видит смысла отчитываться перед демократами в Конгрессе. Глава Минфина США Стивен Мнучин в письме Нилу предупредил, что его ведомство не может предоставить декларацию до 10 апреля. Глава комитета уведомил налоговую службу США о том, что отсутствие ответа в установленный срок не должны понимать как отмену запроса. Напомним, ранее комитет Палаты представителей Конгресса США запросил проверку отчислений Трампа налоговому управлению Соединенных Штатов. Американский лидер заявил, что демократы запросили детализацию его налоговых выплат за меньший срок, чем обычно, а это, по его мнению, свидетельствует о том, что они сдаются. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.